Всем привет! Вас приветствует канал Анастасии Кальченко YouTube. Итак, сегодня буду делать из оригами модулей корзинку и в ней лебеденка. Для корзинки мне понадобятся белые и зеленые модули размером на 8. Листика 4 делила на 8 частей. Вся информация о размерах модулей, о их количестве, о количестве листов, сколько у меня пошло на каждый цвет модуля и размер, все будет в описании под видео. Ссылочки. Итак, начинаем. Значит, в корзинке у нас в первом и в последующих рядах по 32 модуля. Первый ряд. Все белые у нас модули. Второй ряд все зеленые. Значит, первый ряд острым носиком на себя. Второй ряд закрепляем мы не острым вот этим носиком. Вот таким вот образом закрепляем это все. Это будет первый и второй ряд по 32 модуля. И сразу тут же можно делать третий ряд. Третий ряд у нас будет таким. Значит, 3 зеленых модуля. Один белый. Но белый мы вставляем тоже острым носиком на себя. Вот так. Дальше 3 зеленых. Тупым носиком. Три зеленых. И один белый, тоже острым носиком на себя. Итак, это у нас будет такой третий ряд. Продолжаем. Первый, второй, третий. Когда дойдете до 32 модулей, нужно будет сомкнуть нам круг. Так, вот что у меня получилось. Это 3 ряда. Я вывернула внутрь поделку. И продолжим. Значит, так. Там, где один модуль беленький, мы на него надеваем, в общем, по краям тоже 2 белых носиком вовнутрь. Так. Теперь 2 зеленых наизнанку тупым носиком вовнутрь. 2 зеленых. Опять 2 белых. Так, это четвертый ряд. Пятый ряд. 1 зеленый между... Вот у нас 2 зеленых модуля. Их скрепляем одним зеленым модулем. Остальные все белые до следующих зеленых модулей. То есть один белый модуль, 3 зеленых. Ой, один зеленый, 3 белых. И беленькие тоже вовнутрь носиком остреньким. Вот у нас 3 модуля. Следующий зеленый. Опять 3 белых. Один зеленый. И так далее. Следующие 3 ряда у нас полностью белые. Тоже носиком острым вовнутрь поделки. Полностью белый ряд. Следующие 3 ряда полностью белые. Итак, вот такая вот получается корзинка. 6-7 ряд у меня все белые модули. 8 ряд мы надеваем один зеленый
тупым носиком вовнутрь, один зеленый, три белых острым носиком вовнутрь. Опять один зеленый. Немножко не так. Да, без разницы. Один зеленый, три белых. И так далее. Это восьмой ряд. Девятый ряд. Две белых, две зеленых. Итак, это девятый ряд, десятый ряд, три зеленых, одна беленькая. И последний, одиннадцатый ряд, будет у нас полностью зеленые модули. Итак, у меня получилась вот такая вот корзинка, имитирующая травку. Теперь в эту корзинку нам нужно посадить лебеденка. Значит, для лебедя мне нужны будут белые модули размером А4 на 16. Нам нужно сделать 10, для туловища нам нужно сделать 10 рядов по 30 модулей. Начинаем так же, как и корзинку. Острым носиком первый ряд на себя, закрепляем тупым носиком, ну и так далее. 10 рядов нам нужно. Десять рядов по 30 модулей. Итак, у меня здесь 10 рядов по 30 модулей. Дальше начнем делать шею. Но только начнем, а продолжим уже после того, как сделаем ему хвост большой и красивый. Шею 2 беленькие надеваем, 2 беленьких модуля, 1 желтый. То есть посередине будет у нас в шее желтый модуль. Опять 2 белых, тут же сверху на желтенький. И на беленький. Вот так вот. Желтенький следующий. Опять 2 белых. Желтый. Шею пока продолжать я не буду, начну делать хвостик. Немножко выгинаем верхний ряд наружу. Так, надеваем на два крайних модуля, начиная от шеи. На два крайних кончика от модулей желтенький модуль. И с другого краешка тоже желтый модуль. Дальше будут все белые модули. Дальше берем опять желтый модуль. От нашего надетого желтого модуля один кончик оставляем свободным. И надеваем дальше желтый модуль. С другой стороны также. Остальные все по кругу белые модули.
опять оставляем крайний краешек нашего модуля, надеваем желтый модуль здесь также, и по кругу все остальное, все белые модули. Опять пропускаем краешек и так далее по кругу, постоянно пропуская краешек в каждом ряду. От желтого модуля насаживаем желтенький модуль и так далее. Вот такой лебедь получается у меня. Я выгнула назад его хвостик. Крылышек не будет, будет вот такой у нас лебедь. Теперь нужно продолжить делать шею. Ну вот, я сделала шею уже, выгнула, как мне нужно. Вот такой получился лебедь. Осталось только сделать клювик, красненькую бумагу, модуль из красной бумаги один, и глазки, либо нарисовать черным фломастером, либо приклеить какие-то глазки. Ну, сделаю и покажу конечный результат. Ну вот, сделала я лебедю клювик, глазки нарисовала, получился вот такой вот у меня лебедь. Понравилось видео? Ставим класс, пишем комментарии и подписываемся на наш совместный канал. Всем пока!